не только портит внешний вид города, но и мешает комфортно жить. Вывеска магазина на улице Пензенская доставила немало хлопот Вере Попчихиной. Железная растяжка прямо под ее окнами в спальню и в зал. Просверлили мне стену, что это моя частная собственность. Вот. Ничего не слушали. Теперь мне зимой очень холодно, замерзаю. Стоите, мерзнут у меня окна. Не надо мне от них никакой компенсации, пускай мне заделают стену. По закону магазин имеет право на одну вывеску, которая должна быть не более 10 метров в длину, не перекрывать окна и двери и располагаться ниже линии второго этажа. Тем, кто хочет вывеску покрупнее, необходимо обратиться за разрешением в комитет по наружной рекламе. Сотрудники административной комиссии с такими нарушениями сталкиваются часто. Визуально видим, что вывеска расположена выше линии второго этажа, а также имеет более крупные размеры. И если у него действительно вывеска это узаконена, тогда она дальше будет продолжать висеть. Либо, если же она незаконна, тогда будет приниматься решение о привлечении его к административной ответственности. Но чаще всего вот, в ходе наших проверок выявляются, конечно же, незаконные вывески. В рейд по районам сотрудники административных комиссий выходят каждый день. Все нарушения снимают на фото. Штраф за незаконные вывески для физических лиц до 4, для юридических до 20 тысяч рублей. Это касается объявлений, расклеенных на фасадах домов и заборах, и табличек, прибитых к деревьям. Нельзя на фасадах, нельзя на столбах, на деревьях, на остановках, на остановочных павильонах, на киосках. То есть это не установленные места. У нас есть стенды, где написано «стенды администрации городского округа Самара». Для печатной продукции объявлений, пожалуйста, там могут быть размещена эта реклама. Такие информационные стенды устанавливают по всему городу, специально, чтобы жители могли размещать здесь свои объявления. Но, как мы видим, сейчас он пустует, вывесок очень мало. Заплатить штраф не значит оставить незаконную рекламу. Нарушителю дается месяц, чтобы решить, оформить документы на вывеску или снять ее. В этом году за нелегальную рекламу в Самаре уже составили более 20 административных протоколов. Выписали 16 штрафов на общую сумму в 33,5 тысячи рублей. Чтобы тех, кто готов испортить облика ради наживы, стало меньше, следят сами жители. Сотрудники ТОС регулярно проводят встречи с населением и призывают не клеить объявления в неположенных местах. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».